день, дорогие друзья! Сегодня мы все приглашены на потрясающий праздник. Открытие второго сезона клуба, женского клуба «Путь королевы». Мы уже целый год собираем женщин, которые любят развиваться и заниматься творчеством, наполняться энергиями любви, женственности, на занятия, которые проходят у нас по пятницам. И сегодня мы хотим объявить о том, что путь королевы трансформируется, меняется, расширяется. Мы добавляем новые психологические встречи, трансформационные игры, новые группы. И рады всех сегодня здесь приветствовать. Приглашаем к нам на встречи по пятницам. Развиваться, любить, радоваться жизни. Мы долго ждали эту вечеринку. И как только в пространстве интернет появилась такая новость, я страстно ходила. Мне должна была еще продолжаться работа, но намерения правильно поставленные и желание женское. Я в клубе с его основанием. Как только девочки организовали, то мы сразу присоединились к этому мероприятию. Очень классное место, потрясающее для женщин, но вообще, я считаю, необходимо, поскольку мы мамы, дочери, жены, это все прекрасно. Мы несем определенную ношу такую, но должно быть женское пространство, которое будет нас объединять, будет нас наполнять, будет нам помогать в некоторых вещах, кое-где направлять. Вот. Для меня наш клуб – это как вот семья, конечно. Я уже говорила, и не единожды. То есть это девочки наши, это наша замечательная Наташа, Света. Ну, все наши девочки, кто это все организовал. Спасибо им большое за это. Я пришла со своим коллективом. Узнала, что есть такое у нас клуб женский. Конечно, приятно пообщаться с единомышленницами, узнать и поделиться жизненным опытом. Вот. Хочу получить какие-то новые знания, мудрости, чтобы наладить какие-то отношения в работе. Как бы я по-другому на многие вещи стала смотреть, на какие-то проще, на какие-то вещи мне стали понятнее. Вот. Ну, я приобрела здесь, можно сказать, близких по духу и вообще по настрою людей, подруг, как бы единомышленников. Прихожу с удовольствием, получаю массу эмоций положительных. Если нужно, то продаем продуктивно. В общем, это очень такое хорошее, уютное место и дом такой для моей души. Меня привела подруга. Вот, хочу получить хорошие, позитивные эмоции. Вот первый раз. Надеюсь, еще в следующий раз обязательно. Уже не первый раз. Я в курсе всех событий, которые здесь происходят. Все мне нравится. Вот, привела посмотреть, показать. Да и самой наполниться снова женственностью. Я психолог, солусолог, мастер двух трансформационных психологических игр. Семейный сценарий и империя магов. Клубу я предложу две игры, семейный сценарий «Империю магов», группу личностного роста и психокоррекции, которая будет помогать через арт-терапию духовно расти, развиваться ее участникам. А также я представлю мастер-класс от Нилы Лучезарной, где каждая получит 10 определенных шагов, определенный инструмент, который поможет ей из унылой превратиться в лучезарную. Королевы, я уже год, да, уже год, наверное, уже больше. Все это началось еще с фестиваля, и я счастлива, что в Бабушке появилась такая площадка, на которой могут свободно общаться женщины. Я буду в этом году уже выступать не только как гость, а буду выступать еще как спикер, так как помимо клуба прохожу очень много различных обучений, которые находятся не только в Крыму, а по всему миру. И мне бы очень хотелось поделиться своим опытом, своими знаниями, которые я уже проверила на собственной семье, на собственных родных, близких и друзьях. И мне бы очень хотелось, чтобы вся эта информация, которую мы
находе шла напрямую ко всем девушкам, и все были счастливы. Мы очень старались, мы очень готовились, мало времени, конечно, месяц у нас ушел на подготовку, но, тем не менее, я думаю, что мероприятие сегодня будет удачным. Я вижу счастливые глаза девушек, которые пришли сегодня на этот вечер, поэтому будем гулять!